Нужно пробовать для зеленого цвета разные варианты. Взять зеленую краску и попробовать как бы в нее что-то еще добавлять. Желтый, белый, синий. Смешать цвета, прорисовать детали и сделать яркий акцент. Вот секрет хорошего натюрморта. В музейном комплексе «Артишок» провели мастер-класс по живописи. Художница Анастасия Удова показала химчанам, как работать с гуашью. Желательно все рисовать сразу и в один слой. Это просто свойство краски. Да? Она от многослойности, гуашь потом трескается, к сожалению. Ну, вот так, это нам помогает долго не задерживаться. Поэтому, если мы положили мазок, пока он не высох, мы его исправляем. Потом, ну, можно что-то так, чуть-чуть. То есть много слоев, гуашь она это не любит. Жители попробовали свои силы в натюрмортном жанре. Взяли кисточки в руки, вооружились красками и вслед за художницей начали творить. Сюжет весенний, яркие тюльпаны. Я вообще-то часто рисую дома с внуками. Маленький меня заставляет рисовать. Он очень любит краски, поэтому мы с ним иногда так рисуем. Придете еще раз на мастер-класс? Конечно, обязательно. Подобные встречи в городском округе проводят часто. Всю информацию можно получить на сайте администрации.